С 18 по 22 сентября здесь, в павильонах УЗЭКСПО-центра, количество IT-специалистов на 1 квадратный метр будет зашкаливать. Программисты, разработчики софтов, а также системные аналитики будут обсуждать состояние рынка, демонстрировать свою продукцию, а также размышлять, готов ли Узбекистан к цифровой революции. Вы можете спросить, как можно собрать столько айтишников на одной площадке? Ответ прост. Неделя ИКТ, осетивый Узбекистан 2017. Уламжон Мухамеджанович, здравствуйте. Совсем скоро, в сентябре, произойдет самое ожидаемое событие среди специалистов, представителей индустрии информационно-коммуникационных технологий – это неделя ИКТ. Поэтому не буду томить, сразу с места в карьер. Чем будет кардинально отличаться ICT Week этого года от предыдущих? Ну, как правильно вы отметили, Жахангир, неделя информационных технологий в нашей республике на рынке информационных технологий и коммуникаций играет, наверное, самую важную роль. Это важное мероприятие, которое проводится ежегодно по традиции в сентябре месяце. И в этом году мы проводим неделю ИКТ с 18 по 22 сентября этого года. Запланировано проведение ряд мероприятий в рамках недели. В первую очередь это выставка, где будут собираться различные IT-компании, как местные, так и зарубежные, и демонстрировать свои достижения в области информационных технологий и программных продуктов. Это, конечно же, форум информационных технологий, который соберет в одном площадке экспертов в области информационных технологий для обсуждения перспектив развития имеющихся проблем, достижений по направлениям, в частности, это по направлению информационные технологии, это информационная безопасность, это особенно важно в этом году впервые мы рассматриваем вопрос на того, как Узбекистан готов на сегодняшний день входить в так называемую четвертую индустриальную революцию. Конечно же, это вопросы электронного правительства, это вопросы электронного управления, в том числе вопросы электронный парламент, e-participation, так называемое электронное участие. Все эти вопросы будут рассматриваться в рамках форума. Следующим важным событием и мероприятием этой недели информационных технологий является саммит. Это уже на саммит более такой формальный будет мероприятие, на котором будут выступать самые ведущие эксперты различные политики, в том числе зарубежные, где будет в целом заводиться тренд на следующий год, над чем должен рынок информационных технологий Узбекистана работать, на что акцентироваться. В рамках недели информационных технологий в том числе предполагается проведение различных развлекательных мероприятий. Это особенно для молодежи будет интересно. В частности, это CyberGame, то есть компьютерные игры, это виртуальная реальность, площадки будут созданы, дополнительные RoboKids, то есть это молодежь будет показывать свои достижения в области робототехники и так далее. То есть и самое интересное, формат данной недели информационных технологий, он отличается от предыдущих тем, что вся неделя информационных технологий, все мероприятия в рамках этой недели будут проходить на одной площадке. И для этого мы выбрали выставочный комплекс УЗЭКСПО-центр. Наверное, это решение больше всего и порадовать всех участников выставки, потому что ранее приходилось, одно мероприятие проходило на одной площадке, второе на второй, другое на третьей площадке. Участникам приходилось колесить по городу, грубо говоря. А с чем связан выбор именно УЗЭКСПО-центра? Ну, как я проотметил, первое, это связано с тем, что инфраструктура УЗЭКСПО-центра на сегодняшний день – это самая подходящая платформа для того, чтобы проводить различные мероприятия на одном месте. Во-первых, это связано с тем, что площадь УЗЭКСПО-центра достаточно высокая, есть современная инфраструктура в зданиях и в целых соответствующих выставочных комплексах. И вы, Джахангир, правильно отметили, именно мы исходили из того, чтобы участники недели информационных технологий, они могли не только посетить выставку, но и, сокращая время свое личное, могли участвовать в том числе на других мероприятиях и, как вы ответили, не колесить по городу для того, чтобы принимать участие в различных мероприятиях. Это очень удобный формат, когда мы создаем какой-то определенный кластер мероприятий в одном месте, где эксперт может посмотреть наглядно на выставке, какие достижения есть или интересующее лицо, сходить на форум, послушать экспертов ведущих, какие достижения, теоретические какие-то новые знания получить, посмотреть различные достижения в области и компьютерной реальности. То есть очень удобно, когда все в одном месте. И человек больше получает знаний, больше информации, и ему намного интереснее.
немного углубимся в тему. В преддверии выставки, если быть точнее, 5 июля, Кабинет министров опубликовал постановление о дополнительных льготах для участников, для отечественных участников выставки, для отечественных разработчиков. Если позволите, один момент хотел бы процитировать. Согласно третьему пункту этого постановления, органы государственного и хозяйственного управления, органы исполнительной власти в порядке исключения получат возможность заключать прямые договоры с отечественными компаниями в сфере ИКТ. Будут ли иметь такую возможность и иностранные компании? Вообще постановление правительства по проведению выставки и вообще недели информационных технологий впервые. До этого никогда не принималось на уровне правительства подобные решение. Это инициатива министерства, как я полагаю? Это была инициатива министерства, и правительство нас в этом плане поддержало. И мы для данной льготы созданы, почему? В первую очередь это для того, чтобы создать дополнительные возможности, стимул и условия для благоприятного ведения бизнеса в Узбекистане именно IT-компаний. Это дополнительно стимулирует малый бизнес к тому, чтобы участвовать в подобных мероприятиях. Не секрет, что основная часть IT-компаний в Узбекистане это компании малого и среднего бизнеса. Почти 90% все из них это малый бизнес. Крупный бизнес у нас пока не сформирован. Пока не сформирован крупный бизнес. В основном это небольшие компании с численностью в среднем около 15-20 работников. То есть достаточно малый бизнес, который сидит на определенных, на едином налоге и так далее. И мы данным постановлением создали возможность им дополнительно простимулировать их, чтобы они могли не только принять участие в выставке, но и всем гостям выставки, в частности государственным органам, если есть такая заинтересованность, могли напрямую на месте заключить соответствующие контракты. То есть это дополнительный стимул к тому, чтобы компании участвовали в выставке, чтобы не просто они имели определенные затраты на организацию стенда и косвенные преимущества тому, что ты пропиарил свой программный продукт или информационные технологии, но и в то же, чтобы ты имел определенную заинтересованность на месте заключить контракт. И необходимые условия для этого правительство создало в данном, как вы сказали, постановлении. По поводу вашего вопроса, какие компании могут принимать, иностранные или нет, нету такого ограничения. Компания, которые участники выставки, должны быть просто резидентами Республики Узбекистан. То есть это могут быть общества с ограниченной ответственностью, иностранные предприятия, совместные предприятия. То есть здесь ограничений таких нет. Но главное, чтобы их представительство находилось в Узбекистане. Да, конечно. Да. Это связано с тем, что договора, которые будут подписываться в рамках выставки информационных технологий, они должны быть зарегистрированы дирекцией инновационного центра и иметь юридическую силу в Узбекистане. Получается, что преимущество прямых договоров относится к разработчикам информационных ресурсов и программных продуктов. Правильно отметили, Джихангир, да. Мы специально ограничили спектр деятельности в области информационных технологий, на который распространяется данная преференция. Это связано с тем, что мы ни в коем случае не хотим создавать из выставки какой-то рынок продажи компьютерной техники. То есть мы не хотим создавать из этого Абу Сахи 2. То есть задача состояла в том, чтобы поддержать именно компании, разработчиков программных продуктов, которые вкладывают свой интеллектуальный труд в написание, в компьютерное программирование различных информационных систем и технологий. И ни в коем случае это не касается именно так называемых коммерсантов, которые просто покупают оборудование и перепродают. То есть железо на выставке продаваться железо не будет? Железо на выставках продаваться не будет. Как насчет компаний, оказывающих услуги госорганам в сфере ИКТ, смогут ли они воспользоваться данным преимуществом? Конечно же, они смогут воспользоваться, в частности, в рамках разработки программных продуктов, в том числе часто проводится различный IT-консалтинг, так называемый, экспертиза, разработка необходимой проектной и технической документации. Это также неотъемлемая часть в рамках разработки информационных систем. И это также предусматривается возможность такая заключения прямых контрактов на данный вид деятельности, если эта деятельность осуществляется в рамках внедрения той или иной информационной системы или разработки программного продукта. Еще один такой вопрос. Вот вы отметили, что прямые договоры заключаются на поставку интеллектуальных продуктов.
При этом их могут заключать и резиденты, находящиеся в Узбекистане. То есть не только отечественный продукт может быть приобретен, но и зарубежный, но при этом он должен быть зарегистрирован в нашей стране. Да, вы правильно отметили. То есть программные продукты могут быть как отечественного, так и зарубежного. А заключаются контракты, плата осуществляется с помощью валюты или все-таки национальной? Все национально, да. Контракты заключаются в соответствии с положением подготовленным. Кстати, каждый участник, каждое заинтересованное лицо может ознакомиться подробно с этим положением на сайте как Министерства информационных технологий, так и на сайте недели информационных технологий, это ictvic.us, где каждый желающий может ознакомиться с этим положением. И в соответствии с данным положением разработка программных продуктов, оно, во-первых, может быть отечественного производства, так и зарубежного, но контракты должны быть в суммах. Да. Будет ли оформлен документ, который определяет порядок регистрации и реестр договоров? Да, мы приняли соответствующее решение министерства, возложили данную функцию на недавно созданную дирекцию инновационного, Мирзоулыкбекского инновационного центра, это Мирзоулыкбек Innovation Center. Узбекская силиконовая долина. Я надеюсь, в будущем, да. И данная дирекция будет осуществлять регистрацию всех контрактов, введение единого реестра. Весь реестр и информация по контрактам будет общедоступна в сети интернет. И самое интересное, что на Министерство информационных технологий возложена задача по мониторингу выполнения этих контрактов. То есть мы не хотим, чтобы просто люди заключили контракт и на этом осталось на бумаге. Нет, мы будем осуществлять мониторинг как государственный орган и как в лице заказчика. И исполнитель, та или иная IT-компания, выполняет свои обязательства по договорам. Если обязательства не были выполнены, то, соответственно, данная льгота теряет свою силу. А вот я в постановлении читал, что выставочные площади УЗЭКС по Марказам будут предоставляться на льготной основе. А кому будут предоставляться такие льготы и как вообще определяется? В первую очередь, это мероприятие было связано с тем, что основные участники, как я сказал, выставки информационных технологий – это малый и средний бизнес. И зачастую для них это дополнительная большая нагрузка, если тарифы по аренде стендов будут достаточно высокие. Соответственно, мы совместно с УЗЭКСПО-центром проработали вопрос предоставления дополнительной скидки на аренду выставочного помещения и необходимого оборудования для активного участия в выставке. И данные льготы будут предоставляться участникам выставки информационных технологий. Абсолютно всем? Абсолютно всем, кто участвует в неделе информационных технологий. А в чем заключаются льготы? Льгота – это снижение тарифов на аренду помещения. На сколько? Ну, в данный момент я сейчас точно не могу сказать, но в районе, по-моему, 15-20%. Этот вопрос еще там прорабатывается, да. Владимир Мухаметжанович, спасибо вам за беседу. Желаю успехов в проведении предстоящей выставки, ну и вашей трудовой деятельности. Спасибо большое, Джахангир. Я думаю, что на неделе информационных технологий мы еще раз с вами обязательно встретимся. Обязательно. Спасибо. Спасибо.